15 октября в двери жителей Губкинского могут постучать и люди в голубых жилетах и синих шарфах. Это переписчики. У каждого из них будет удостоверение, планшет, портфель с надписью «Росстат» и фонарик для работы в темное время суток. Всю информацию переписчик зафиксирует с ваших слов. Переписать может член семьи всех своих родственников. То есть не обязательно это делать каждому члену. Можно это сделать там муж, жена, мама, папа и так далее. Несколько бланков, вариантов бланков. Один бланк, самый главный, это для тех граждан, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Второй бланк, и это тоже отличительный момент этой переписи, как раз будет касаться жилищных условий подробно, 10 вопросов будет об этом. И третий бланк, это для иностранных граждан. Напомним, принять участие в переписи можно и через интернет на портале госуслуги с 15 октября по 8 ноября. Тогда при встрече с переписчиком нужно будет предоставить ему QR-код, который поступит гражданину после самостоятельного заполнения бланков.